Порой мне кажется, что с каждым новым отснятым фильмом остается все меньше мест и материала для съемок. Но стоит приложить немного усилий, и перед тобой открывается новая, до сей поры неизвестная дорога. Так и получилось. Сегодня мы оказались на технологической трассе, найденной мной незадолго до этой поездки. А самое главное, в выходной день мы на ней были совершенно одни, в тишине и умиротворении, с чувством свободы в груди при виде расстилавшихся перед нами просторов. Через пару десятков километров технологическая трасса вывела к какому-то комбинату, пыхтящему на всю округу и расположенному неподалеку поселку Алтайский. Поселок был основан в 1964 году как рабочий поселок для шахтеров и их семей, работавших на Иртышском полиметаллическом руднике. Чувства, которые испытываешь после таких поездок, описать сложно. Сначала накрывает усталость, которая на следующее утро сменяется отличным настроением. Впечатления и воспоминания от новых видов, встреч и знакомств крутятся в голове еще несколько дней, но полученного заряда хватает лишь до следующих выходных. Вы скажете мне: «Это зависимость?» И я отвечу: «Да, это зависимость. Зависимость от свободы, которой мне, как, впрочем, и многим из вас, так не хватает в повседневной жизни». Слушай, а ты свободу на карте случайно не видел? Да где-то попадалась. На прошлой неделе натыкался, когда с картой работал. Не могу найти. Всю округу уже по карте изучил. Вот здесь посмотри места. Помню, что точно здесь она была на прошлой неделе. Кажется, нашел. Ты машину проверил? Готово? Да, готово. Завтра можно выезжать на поиски.